Всем привет, с вами снова Артём, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами играть в Dying Light, проходить его. У нас с вами сколько уже? О, 61% выполнен. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Буду очень рад вашей поддержке. Так. Поменяйтесь. Чем с тобой поменяться? Не хочу я с тобой меняться. Ладно, пошли мы, короче. Сейчас нам надо встретиться с Джейд. Красного сзади изумрудного канала. Я уже даже подозреваю, что за красное здание. Давай. Ну, упади вниз. Мне кажется, мне интересно, он пройдет или нет. Он не пройдет. Жестокий серп и кофе. Пошел в попу. На. Иди гуляй туда. Так. Ой! Пошли в попу. Как дела? Так, нам куда, сюда? А, в окошко нам надо. Привет. Здорово. Долго еще ждать-то мне? Вот так вот. Сейчас катсцена пойдет, наверное. О боже, Джейд! Что будет со скорпионом, если вырвать у него жало? Приходи в музей, узнаешь. Трой, это Крейн. Райс Клэд захватил Джейд. Забрал ее в какой-то музей. Ты знаешь, что это за музей? Музей, да. Райс устроил там шот-квартиру. Крейн, не ходи туда. Это настоящая крепость. Ты окажешься в ловушке. Нет. Для ловушки слишком уж нарочито. Но и туда можно проникнуть как-то незаметно. Не знаю, дай подумать, может, Тарик? Он куратор музея, он должен что-нибудь знать о подземельях под крепостью. Отлично. Ладно, там есть здание с садом на крыше. Там ты найдешь Тарика. И слушай, если будет возможность, зайди себе с новое оружие, оно будет не лишним. Ошибись, блин. Новое оружие, блин. Легко сказать. Да трудно сделать, как говорится. Ну и чё? Пока. Иди гуляй. Так, ну пошли выполнять это задание. Я так полагаю, вообще непростой нифига, блин. Новое оружие у нас и так есть.
Патроны есть, все у нас есть. Безжалостный резной молот. Ну погнали. Продавец какой-то есть, да? Там что-то интересное явно есть. Тихо. Стой. А, подожди, мы... я, по-моему, вспоминаю это место. Да ёб твою мать. Ну где? Торговец. О, вот нашел тебя. Отличная мачете панга. Нифига себе, сколько урона у него. Пистолетный патрон, винтовочный патрон, нет свободной ячейки. Так, ладно, погнали дальше. Ой, привет, друг. Блять! Ой-о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 й
видно. Ого. Как мы здорово залезли. А, музыка все так же играет, как играла. Блин, надо было по тросу спуститься. Ладно, давай. А, вот они сидят тут. Безопасная зона. Ты наш новый паркурщик, я Байрам. Может, я и не бог весь кто, но могу помочь тебе срубить деньжат. И немало. Мой человек находит хищников, паркурщик машет перед ними красной тряпкой. Они гонятся за тобой, пока ты не смотаешься и не останешься без башки. Меня устраивают оба варианта. Сколько? Ты у нас новичок, и вознаграждение получишь не очень большое, но с каждым твоим успехом сам он будет расти. Да что-то такое себе. Ладно, так. Куда нам? Сюда. Тарик? Тарик, чего тебе надо? У нас нет ничего. Только малость еды. Не парься, меня прислал Трой. Трой, слава богу. У меня нервы не к черту. С тех пор, как я нашел этого мальчика, у него ничего не осталось. А я как-то не очень меня забыл. Я здесь не поэтому. Но Трой обещал кого-то прислать. Мне нужно попасть в музей. Музей? Но Трой говорила, что кто-то придет на меня помочь. Она обещала. Ладно, Тарик, расскажи, что как ворваться в музей, я постараюсь тебе помочь. Рай захватил музей. Он убьет тебя сразу, как только увидит. Значит, надо, чтобы не увидел. Трой говорила, чтобы ты был куратором. Что если кто-то узнает, как попасть в музей, так это ты. И как что-то попасть? У тебя есть эквалан? Нет. Плохо. Там есть ход с одной изумрудного пруда, но придется долго плыть под водой. Тебе вряд ли хватит дыхания. Вряд ли. Не знаю, что обязательно, так что я попытаюсь.
Так. Здравствуйте, кажется, ты ничего не боишься. Жанна знает людей такого сорта. В юности Жанна была как ты. Жанна защищала людей, да. Но Жанна делала это за деньги. А ты настоящий герой. Так говорили Жанне, да? Извиняюсь за дерзость, но Жанне, кажется, ты не бросишь ребенка в беде. О чем ты говоришь? Мальчик под присмотром Тарека. Бедняжка такой беспомощный. Вообще-то они оба беспомощны. Мальчик пережил что-то ужасное, и Тарек думает, что его брат все еще в опасности. Если бы ты мог помочь им... Да, я понял, только вот не уверен, что я справлюсь. Глупости, поверь мне, Жанна знает. До свидания. До свидания. Русская, что ли? Где ты нашел его? Он просто пришел. Он говорит редко, рассказывает очень странные вещи. В основном о каком-то Майке. Из вещей при нем был только диктофон. Его дружок Майк, наверное, брат. Парнишка говорит, что оставил его. Он попросил меня сходить за Майком, но я вряд ли справлюсь. С тобой его брать слишком опасно, оставлять его одного я не хочу. Знаешь, где он жил? Улица Долма, дом 11, квартира 2. Ладно, может, я проверю. Возьми диктофон, может, пригодится. Разберешься, что там произошло. Ошибись, блин. Погоня за прошлым. Что-то есть еще, не? Ну, а что, продаешь? Ничего не продаешь. Так, ну и что дальше-то нам? Здесь какие-то задания. Майкл. А, ну типа помочь надо, да? А, давай пока туда сгоняем. Не так далеко вроде. Что по времени? А, еще утро. Еще только день начался. Так. Здесь, к сожалению, не получится. А, ну вот тут получится. Вот тут получится. Стоп. Или не получится. Да ты что делаешь, дурак, блин? Стой. О. Че ты шумишь-то, дурак, блин? Далеко на ту сторону бежать. Не буду я помогать тут никому, блин. Шли вы в попу. И так меня задерживаете, блин. Ой! Ой! Опа-на! Какой меткий. Так, что тут у нас? У нас тут что-то есть. Майкл. Где Майкл? Непонятно. Ну... Майкл. Нет, это не Майкл. А где Майкл? Вот он, кстати. Эй, Крейн, рад тебя видеть. Рад видеть, что ты в порядке, Майкл. Береги себя. Да, постараюсь. И что это было? И зачем я пришел? Просто поздороваться с этим дурачком, блин? Да уж, такое себе.
Ай! Так мне куда пройти-то, не пойму, блин. Угу, понял. Найди квартиру 2. А чё я должен найти? Улики, блин. Какие нахрен улики? А, ну вот, пацан. Марли. Марли — это точно не улики. Улики, блин. Показывает, типа, здесь где-то. Чё? Какой-то зомби на меня нападёт, блин. Включим-ка эту штуковину. Итак, детектив Дули и его ассистент начинают расследование. Дело об исчезновении человека на улице Долма. Ну давай же, ты должен мне помочь. Папы не было весь день. Давай, мы найдем его. Итак, предполагаемая жертва по обыкновению вышла за продуктами, после чего исчезла при загадочных обстоятельствах. Детективы Майк и Том Дули отправляются на поиски улик в других квартирах. Так, ребята играли детективов. Что дальше? А, типа, у меня нормально не появится цвета. Сладости. Такая музыка зловещая, блин. Обыщите другие квартиры, блин. И другие квартиры, я так полагаю, на других этажах. Какой-то ужастик какой-то, блин. Мычка. Ну да, как же без зловещей музыки. Третья квартира заперта. Возможно, живущий здесь странный человек что-то знает. Или он слишком много знал. Допросим его позднее. Эй, ты куда? Подожди, подожди меня. Ассистент детектива Дули покинул место расследования. Очевидно, он нашел зацепку. Оказалось, он решил осмотреть подвал. Я намерен последовать за ним. Записка 29. Я так понимаю, что нам в подвал придется идти, да? Бар. Мишка с ножом в голове, блин. Жестко. А, ну тут сразу написано проверить и подвал, понятно. Так. Здесь, может, что-нибудь найдем. По сути, тут можно вообще это ночевать. Ну, единственное, наверное, если шум услышат эти прыгуны, то хана. Так, ладно, пошли в подвал. Все серое такое, мрачное.
Отмычка. Ты что же так делаешь? Ладно, продолжим. Доклад детектив Дули. Я захожу в подвал в надежде не напасть на след. Майк, ты здесь? Майк, это ты? Я так подозреваю, что я сейчас пацана зомби найду. Или что похоже, блин. Ну вот, кровавая ладонь, да. И чё? Обыщите квартиру 3, найдите ключи от подвала. Зашибись. А, так квартиру 3, наверное, здесь, да? 2... 1... Стоп. Ну, понятно. Короче, квартира 3 это выше. Зашибись, а как мне понять, какая квартира третья? Первая. Вторая. Третья. А, вот они сразу тут лежали. Как же он быстро бегает, блин. Что-то мне не нравится, сейчас что-то будет нехорошее, наверное. Ё-моё, господи. Майк! 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 А сразу нельзя было диктофон прослушать? Так, вот кто Майк. Пёс. Маньяк. Ну ты заколебал, пошел в жопу. Ты че, бессмертный что ли? Не пойму ни хрена. Че за бред, блин? Стреляю же, блин. Что-то я ни хрена не пойму. Убейте людоеда. Я так полагаю, что огнестрельное оружие у него просто не работало, блин. Кейс closed. Дело закрыто. Так тут и руки. Жесть. Так, ладно. Оба-на. Молот богов. Котик какой-то. Забавно. А как же он тут сидел? Типа запертый, блин. Похоже, что Майк играли детективов и искали пропавшего отца. Том записывал все, что видел. В своей записи напоминает странного человека из третьей квартиры. Понятно, короче. Майк, блин. Майк это просто пес оказался, блин. А возни-то было, ё-моё, блин.
Вернулся. Нашел Майка. Это был его пес. Его убили. И отца тоже. Это был даже не мутант. Просто сумасшедший сосед. Люди не удерживают. Слушай, Крейн, эти ключи от запасника музея. Там собрано разное оружие. Возможно, ты найдешь что-то подходящее. Спасибо, Тарик. Но я хочу попросить тебя совсем о другом. Конечно, о чем угодно. Ты же не умеешь обращаться с детьми? Нет, не умею. Так научись. Я постараюсь, даю слово. Так. Награда, $2000. Да, не густо, не густо. Что там у нас? Диалог появился с бабусей, не? Не появился. Ладно. А, мы можем продать все это. Барахлишко. Барахлишко мы продадим. Ценности. И вот это все ненужное, блин. Ну, пожалуй, ребята, мы с вами завершим эпизод на данной позитивной ноте. И уже продолжим в следующий. Будем уже выполнять основную миссию, да? Основную сюжетную линию. Там дальше основная сюжетная линия, по-моему, у нас, да? Ну-ка. Стоп. Найдите награду. А, найти награду нам еще надо. Ну давайте, ладно, мы еще с вами это... Награду заберем. Блять. И уже тогда на этом будет миссия завершена точно. Ёпти. Далеко бежать, блин. Весьма далеко. Вот они прямо шухер-то наводят, эти, блин, обезьяны. Раздражает меня, блин. Пошел в попу. В смысле, а что я здесь не могу, что ли? Могу. А, там чувака пинают. Здорово, ребят, как дела? О! Ни хрена себе! У них оружие было, блять! Вот это было вообще просто фиаско. Ладно. Я вас понял. Вон они, уроды, блин. Ща, подождите, ребят, ща. Он сюда как-то бежит, да? Здорово, чувак. У тебя все нормально там? Походу его сожрут, блин. Ну, пошли добьем. Давай, жри его. Да куда ты полез ко мне-то, блядь? Ай, блядь, суки. Давай, сожрите его. Блин, только не трогайте моего этого, дорога, блин. Пошел нахер. Блять.
Как же вы меня достали, а? Ну давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда, давай. До свидания. До свидания. Блин, не спас чувака. Ну ладно, чё уж. Чё уж поделать. Мы пытались, как могли. Горящий зомби, это интересно. Так, давай-ка мы только это самое. Блять. Иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу. Ты пулятель вонючий, блин. Пошел в попу. Тут с вами разбираться нахер вам нужны, блин. Какой-то тайник тут есть. Что-то я нихера не пойму. Тайник здесь? Найдите награду. Точка маршрута. Я так полагаю, вход все равно будет через этот, да? Через его крепость. Ладно, тогда, значит, мы с вами будем уже в следующей серии выполнять. Закончим на данной позитивной ноте. Уже в следующей прямо. Покажемся рядом. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем желаю удачи, пока-пока.